наши команды. Сейчас вообще прям как в фильме «Форрест Гамп». Заканчиваем тем, с чего начинали. Да нет, мы скорее как из фильма «Привидение». Пока вы не уйдете, нам не обрести покой. Александр Васильевич, а может, проводите нас тоже, присядьте на дорожку? Золотые слова. Дорогие друзья, эта лавочка бесконечна. И это и есть КВН. С той стороны все то, что было до высшей лиги. А с той все, что после. Да, там дальше лавочка становится все удобнее и удобнее. И даже превращается в диваны и комфортные кожаные кресла. Но чтобы понять, насколько кресло комфортно, нужно хотя бы пару лет посидеть на этой лавочки. Александр Васильевич, может, все-таки что-нибудь скажете? Ну ладно, вы молодцы. Дуйте уже. Ну, как скажете. Че, дуем?